Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поздравили клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья «Изумрудный город» с днем рождения, 8-летием создания, и подарили коллективу большой торт. В клубе проходит реабилитацию около 50 семей. Специально для них на площадке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха организовали семейный праздник с танцами, играми и эстафетами.